Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Без літаків, з музейним танком і з повними, так би мовити, штаньми ганьби. Саме так от мені виглядало сьогодні оте видовище «Побідобєсія тих побід, которих нет», яке відбувалося в Москві. Став одним із найкоротших цей парад. Як тільки написали, що поїхав танк, потім написали, ну все, парад завершується. Путін обклався ветеранами, обклався, ну, чи тими, кого вони видають за ветеранів, обклався президентами дружніх республік, як вони кажуть, у кількості 7 штук. І, звісно, промогикав, що проти Росії розв'язали нову війну. Борисе, давайте ми коротко послухаємо не нову його, але свіжу сьогоднішню заяву і прокоментуємо. Сьогодні цивілізація вновь знаходиться на рішаючому переломному рубежі. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободним і стабільним. Як ви думаєте, Борисе, скільки разів йому могли переписувати цю його 10-хвилинку, про що він промовчав і наскільки ганебно ось це все виглядало? Ну, действительно, довольно уныло выглядел парад. Мне сегодня попадались вырезки из прямых эфиров российских телеканалов. Они выглядели примерно следующим образом. Значит, там один журналист идет и говорит: так, вот, значит, парад начинается, сейчас пойдет техника, а, стоп, техника уже прошла, едут два автобуса, значит, ну, в общем-то, я первый раз вижу, что два автобуса с флагами едут, на этом все, а нет, смотрите, пошла техника снова, а нет, это обратно на лафетах везут вот этот танк Т-34. Ну, в общем, вот такие вот впечатления у российских журналистов. Выглядело, конечно, очень уныло. Речь абсолютно пресная. Ну, то есть не просто намека на какие-то важные заявления, он просто откатывает ту же самую, значит, шаблонную программу. Запад, значит, колониальные потуги империализма, ну и так далее, и так далее. Украина — инструмент в руках, Запада не самостоятельно. В общем, все все уже, когда уже просто настолько надоело слушать этот бред. Ну да, и единственное, значит, как говорится, вот вообще на что стоит хоть как-то обратить внимание, на то, что приехали вот эти президенты и партнеры по ОДКБ. Но тут самый главный вопрос, а чем он их туда заманил? Я понимаю, чем Лукашенко, он давно себе не принадлежит, ему пальцами щелкнули, он тут как тут, больной, хромой. Обратили внимание, наверное, что он даже не шел вместе с другими президентами цветы возлагать, его на таком автомобильчике, типа гольф-мобиля подвозили. Вот. Ну, а остальные, ну ладно, президент Туркменистана Бердымухамедов, там понятно, диктатор диктатора, как говорится. Ну ладно, ну а остальные, Пашинян, Армения, Токаев, Казахстан. Но чем он вас туда заманил? Вам, вас самим-то вообще не противно, не блевотно было стоять рядом с Путиным, который там где-то внизу еще стоят вот эти герои, как они называют на самом деле, убийцы украинских граждан, которые приперлись к нам сюда. Ну вообще, это такой позор, мне кажется. Я не знаю, это либо каким-то прям очень жестоким шантажом нужно было их заманивать, либо какими-то очень понятными экономическими бонусами. Но у меня объяснения нет. У меня, я когда опубликовал ролик вот поэтому, ну, в одной из своих соцсетей, ко мне пришли и из Казахстана, и из Киргизстана, и из Беларуси, говорят, простите нас, мы не наш президент, мы готовы его разорвать за то, что он туда поехал, а большое количество людей. Ну, я думаю, что если нас смотрят из этих стран, напишите свое мнение в комментариях обязательно, как вы вообще относитесь к тому, что вместе с убийцем, с убийцей, диктатором и палачом современности, современным Гитлером, ваши президенты ходили и улыбались там. Ну, в общем, это очень странно было. И да, Ирина, случилось то, что мы с вами предсказали. Нам уже, ну, можно записываться в какие-то там предсказатели, наверное. Полностью была отменена воздушная часть парада. То, о чем мы с вами говорили на прошлых эфирах.
Так, взагалі, авіація, которої ні. А от одразу кілька моментів теж додам, Борисе, з вашого дозволу. Закликаю вас, друзі, підписуватися на YouTube-канал Бориса Тізенгаузена. Ви можете знайти опис під нашою програмою, як це виглядає. Так само у вирізках, у фрагментах теж є посилання на YouTube Бориса. Там завжди цікаво, теж коротко і зрозуміло, щоб ви не гаяли час, Борис все вам пояснить. І, звісно, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube 24, на YouTube Західнет, де теж виходять наші програмки, і ставте лайк, якщо вам подобається. Я, до речі, спитала теж сьогодні, Борисе, не повірите, Вілі Пономарьова, який колись свого часу був депутатом Держдуми Російської Федерації, а тепер його і називають Ілею Пономаренком, він і сам не проти, бо він так і українізувався. Я його спитала, чи не соромно їм хоч там десь в глибині душі сидіти от поруч, власне кажучи, з диктатором, знаючи, що в ніч на 9 травня, на 8 травня і ще купа ночі упродовж цих вже другого року, та й 10-й рік, Путін пускає на нас, на мирні міста, ракети. А вони сидять. В них обличчя, звісно, просто такі невеселі і нерадісні, і невтішні. Але ж сидять, да? І от мені каже він, що велика геополітика, мовляв, все спише. Що вони на це розраховують. Що коли все одно доведеться якось з ними говорити, комунікувати, то скажуть, ну да, погано, що сиділи, але що ж робити, будемо говорити. Думаєте, Борисе, спише геополітика їм таке? Ну, история многое забывает. То есть, по большому счету, они же публично, многие из них не поддержали путинскую агрессию. Такаев говорил про территориальную целостность Украины. Пашинян тоже там периодически демарши устраивал и в рамках ОДКБ. Ну, в общем, они говорят, ну да, публично, нет, но это же как бы наш сосед, мы же в ОДКБ, еще ОДКБ не развалилось, мы на ОДКБ приезжаем, а почему сюда не можем приехать? И вообще, ну то есть геополитическую, дипломатическую отмазку найти не проблема. Они скажут, во-первых, они все обозначили, что они с рабочими визитами, это важно. То есть протокольно они себя отмазали уже, что мы не к Путину едем, а вот по делам. Во-вторых, они могут сказать, ну смотрите, мы же не к Путину ехали, а на празднования победы, которую ковали все наши народы. Ну, то есть отмазаться вообще проблем нет. Главное, что вот мы не поддерживаем публично и так далее. Но, понимаете, репутация — это такая штука, что рано или поздно она тебя догоняет. То есть рано или поздно тебе будут совать в нос фотографии, когда Путин будет в Гааге сидеть, тебе будут совать в нос фотографии, как ты с Путиным стоишь, и говорить, а вот сюда посмотри теперь. Ну, как теперь ощущения? Вот. Ну, понятно, что большая политика, и я прекрасно понимаю, что когда закончится война, цивилизованному миру придется разговаривать с Российской Федерацией. Скорее всего, это уже не с Путиным придется делать. Да, вот, кстати, вы сейчас прекрасные кадры показываете. Вот эти лица пенсионеров, которые вот как будто здесь и сейчас, в этом моменте, сдают анализы. Понимаете, это настолько унылое зрелище. Но, опять же, вот побывали, протокольно все зафиксировали. И еще один важный момент. Вот система безопасности, которая была отстроена вокруг этого парада, то есть она была беспрецедентная. Там с антидроновыми ружьями ходили росгвардейцы, там всех проверяли, там отключили GPS, там отменили каршеринг, чтобы, не дай бог, кто-то в аренду машину не взял, и взрывчатку ее не напичкал и так далее. Ну, то есть этот страх, он всюду витал. Он витал буквально в каждой брусчатке вот этой на Красной площади. И Путину сегодня настроение испортила наша противовоздушная оборона, которая блестяще, как и за ночь до этого, отразила ракетную атаку. И помните, мы говорили с вами, что он, скорее всего, обязательно ударит в ночь на 9, да, потому что он не достиг своей цели атакой дронами. Он не ударил в какое-то значимое здание и не сказал, что это был акт возмездия. И он так и повторил. И сделал то, о чем мы с вами говорили, ударил ракетами, но опять же наша система противовоздушной обороны блестяще отразила эту атаку. Конечно, испортили ему настроение. Конечно, хотелось бы ему 9 мая стоять и улыбаться, зная, что куда-то там в Верховную Раду прилетел какой-то кинжал. Но нет. И это еще раз говорит о том, что и система ПВО, которая насыщается постоянно новыми поставками и анонсированными поставками. То есть система ПВО все лучше, лучше и качественнее работает в Украине. И, кстати, это удар, большой удар по престижу российского
оборонпрома, который говорит, у нас там аналогов нет на оружие, кинжал, их вообще никто не собьет никогда. Оказывается-то на поверку все иначе. Оказывается, на поверку, да, если проверить все, аналогов нет на российское оружие, про которое они мультики поснимали, и учения там где-то, знаете, непонятно, что и где стреляют, то там может оказаться все не так серьезно, так, как с армией российской может оказаться. І цілком я вірю саме в такий от сценарій, стан речей там, і оці можемо повторити, ну не можемо, не повторяється, вочевидь.